сквозь магический кристалл я даль свободного романа еще неясно различал. Магическим назвал поэт кристалл. Называют его и волшебным, чудесным, чудодейственным. Более 2000 минералов открыто на Земле. Большинство из них кристаллические. В жизни эти удивительные камни встречаются повсюду. В науке, в технике, в быту. Но сегодня рассказ о красоте кристаллов, о самобытной и бесконечной гармонии. Издавна горщики Урала собирали минералы в декоративную композицию, чтобы показать богатство и щедрость края. Горкой называлось это изделие. Нашли мы ее с трудом в мастерской у музейного реставратора. Вышла горка из моды. Оно и понятно. Кому придет теперь в голову раскалывать малахит да халцедон, разбивать друзы хрусталя на искусственные поделки? Лучше природы не скажешь. Рассказывают, запекли как-то в тесте кристалл Мариона. Может, случайно, а возможно и с умыслом. И в жару русской печи, пока пекся душистый хлеб, посветлел темный камень, стал прозрачным. Так и приспособились мастера отпекать Марионы. Природа не умирает в камнях, но возрождается в них, словно нащупывает пути перехода от неживого к живому. А человеку не терпится скромным штрихом довершить замысел земли или выразить в камне совершенные линии живого мира.
снова вспомним слово о магическом кристалле. Не отблеск ли в нем тайны мироздания? Не случайно уральские мастера, когда создавали приз «Аэлита» за лучшее произведение в жанре фантастики, обратились к кристаллу.